Aber да, вот так вот. Поэтому, братья и сестры, не отвлекайтесь ни на кого. И лишнее не читайте. Так в жизни вот происходит. Это как и в церкви. Бесы сущности. Патчи все вот эти мертвые. Никуда не ушли. 2000 лет уже здесь ждут суда Божьего. И нас от этого хотят отвлечь. От подготовки. От того, чтобы мы в одиночестве пришли к Отцу Небесному, как Иисус нам пример в своей жизни, хоть Он и Бог, и Царь, показал, как следует быть детем Божьего, Творца нашего, как быть человеком, созданным Богом, а не быть Богом и создавать себя Бога. Видеть человека, ограничивая его. Бог нас создал по образу своему, не ограничил нас. Но мы попали в ограничение из-за греха. И поэтому карантин, он уже и сам о себе говорит, что каждый перед Богом предстанет на суде. И даст отчет, ответ за все. Сказанное, сделанное за все время, свое существование. И нас Бог каждого рассудит в это время. Всех грешников в озере огня, а всех праведных, оправданных Иисусом Христом, верой живой, а не делами, не плодами каких-то там, не знаю, непонятных идей или каких-то иллюзий или каких-то технологий адских. Нас не спасут. Не оправдают. Никакие наши организации, названия христианские группы не спасут. Духовность есть духовность, а мирское есть мирское. И Иисус нам точно сказал, что Бог ищет себе поклонников в последнее время в духе и в истине. И никак иначе. Все остальные поклонники, какие поклоняются в толпе, какие поклоняются иконам, идолам, какие поклоняются словами, какие поклоняются всякими песнями, изученными. Те не тому Богу поклоняются. Дети Божьи будут петь новую песню и поклоняться в духе и в истине, куда бы их Бог ни поставил, и как бы, и куда бы их ни повел. Поэтому, братья и сестры, надо нам передумать все. Все. Нашу гордость нас, она нас высоко подняла. И падение будет велико. И суд Божий будет очень, очень жесток для нас. Что мы жестоко Бога предали и от Него отступили. Себя создали своих собственных богов, выдумали и возвышились над Богом. Ждем и указываем, когда Ему вернуться, как и как себя вести. Когда Бог вернется, когда Он вернется со своими святыми, тогда все рухнет. Все остановится. Все будет проверяться. Все будет гореть. И что не из золота чистого, все сгорит.